неоднократно читал про идиота Маска, который так создает долги туда-сюда. Вы понимаете, что в реальности сделали Соединенные Штаты Америки с Маском? Они повторили фокус, который был сделан в 19 веке с железными дорогами. Под бум железных дорог они собрали сбережения богатых людей. В 19 веке инвестиции шли из сбережений. Не из эмиссии, а из сбережений. Не фиатные, не валюты, а привязанные к золоту. Дальше все банкротилось. Естественно, потому что ту прибыль, которая была заявлена, дать не могли. Но инфраструктура-то осталась. Тесла в том виде, в каком она сделана сейчас, это дерьмо. Но дальше в Соединенных Штатах Америки компанию Тесла обанкротят, ну и все остальное. Все долги спишут, а инфраструктура-то останется, на которой другие люди будут делать другие конструкции. Другое дело, что сама модель зеленой экономики, она в принципе вне стимулирования спроса существовать не может. Все альтернативные энергетические конструкции умрут. Все.